Я имею троих сыновей, взрослые дядьки, пятеро внуков, тоже достаточно взрослые. Среди них есть одна чемпионка Средней Азии по скалолазанию. Для меня это показатель хороший. И хотелось бы мне вам прежде всего вот задать вопрос. Знаете ли вы традиции своего народа? Любите ли вы свой народ? Любите ли вы Кыргызстан? Женщины, вот у вас настолько... Вот знаете ли вы, мужчины, женщины, для чего, например, бреют ребенка в 40 дней, когда ему 40 дней? Кто-нибудь задумайтесь об этом. И тут и гигиенические вопросы, тут и вопросы того, чтобы лучше росли волосы. Но дело не в этом, оказывается. Волосы — это та энергетическая защита, которая существует изначально от природы. Ведь ни в один храм мира, ни в одну мечеть, ни в одну православную церковь не пустят женщину с непокрытой головой. Почему? Потому что это настолько мощная энергетическая структура, которая позволяет женщине разрушить все колдовские чары и самой, распустив как кымпырка волосы, колдовать и заводить и привлекать к себе чары. Это то богатство, которым вы изначально обладаете. Это то богатство, которое вам бабушка чешет волоски, как только вы родились. Для чего, оказывается, бреют? А для того, чтобы человек лишился этой своей защиты, потому что в первый год он получает информацию почти на 90%, которую получает за всю свою жизнь. Он учится ощущать, он учится чувствовать, он учится говорить, он учится ходить. И вот чтобы ребенок этому лучше научился, его бреют. Потом, когда идет в школу, тоже лишают волос этой защиты для того, чтобы этот ребенок лучше поддавался обучению. И когда идет в армию, тоже бреют, чтобы он лучше поддавался командам, чтобы он лучше выполнял все. Ведь то у буддистов тоже бритые головы. Для чего? Чтобы они лучше ощущали дыхание космоса. Но это даже не суть важно. А женщина, имея те волосы, как только приезжает в город, бабушка ей их выращивала. Сарымаем мазала, знают об этом, все змё мазала. Приезжает девочка в город, косы в руку. Что она делает первым делом? Обстригает, хряп, 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 и все. Она лишилась своей защиты, меняются судьбы, много поломанных. Но я хочу вам рассказать не об этом. Я хочу вам рассказать о том, что богатство-то наше, это наша земля. Во все времена происходили войны из-за чего? Из-за завоевания земель и из-за женщин тоже. Земля — это наше богатство. Земля Кыргызстана в основном состоит из пастбищ. У нас 85% земель сельскохозяйственного назначения — это пастбища. И вот эти пастбища дают нам... В советское время у нас выпасалось порядка 13 миллионов условных голов овец. И овцы являются наиболее... экологически безопасным скотом. Для чего я вам это говорю? Вот овца дает, может быть, это немножко грубо и не совсем эстетично, о чем я говорю, вот такую какашку, простите. Когда произошла смена социально-экономических формаций и политических тоже, у нас распалось все это. Овцу меняли в атбашах, было за кусок мыла, за пачку чая отдавали одну голову овцы. Я хочу, чтобы вы, молодежь, вы это знали, через что прошла страна, как она поднималась. За одну бутылку водки. И были времена, когда мы приезжали туда, у людей не было хлеба. И хлеб пекли из арпы, из, вот как пластилин черный. Мы говорим о качестве продукции. Вот сейчас... Ой, господи, фермеры наши выжили и выдержали не благодаря усилиям правительств наших, сменяемых часто, а вопреки всем препятствиям, которые строились на пути. У нас были пастбища, передавали и в аренду. Сейчас приняли новый закон о пастбищах, он тоже не совсем адекватен и работает. Но тем не менее фермеры сами поняли, что чем вырастить одного барана, может быть, я выращу одного торпока. И вот эти торпоки наши уходят живым весом за рубеж, уходят в Казахстан, потому что там принимают наше кыргызское мясо гораздо дороже, в 3-4 раза стоимость этого мяса дороже, чем на нашем рынке.
Конечно, мы не будем видеть этого экологически чистого мяса. А экологически чистое оно потому, что в основном наши пастбища состоят из БТГ, если кто это знает и слышал. Это типчак. Это те растения, которые за короткий срок вегетации способны накопить большое количество сахаров. Что такое сахара? Это углеводы, это энергия, которой мы питаемся, которые через мясо приходят к нам, через молоко. Через... Почему самый вкусный сарымай, например, на джайлёу? Почему самый крепкий кымыс на джайлёу? Почему? Потому что там большое количество сахаров, вот в такой небольшой маленькой траве. Понимаете? И когда фермеры начали думать, мясо продам побольше, буду торпока держать. За 10 месяцев этот торпок дает мясо гораздо больше, чем одна овца. Экономически это выгодно, но это губительно сказывается для экологии наших пастбищ. Почему? Потому что торпок дает вот такую лепешку, в отличие от такой, которая под солнцем и ветром разлагается. И под этой лепешкой, простите, сгорают полностью наши хорошие травы, то БТГ, которое, по сути дела, золотое. Ведь вы все, наверное, знаете вкус этих, пускай, ну как идет самой, это, этих травостоев. Теперь, так, вернемся к нашим баранам. Поменяв... Поменяв наших баранов на торпоков, мы имеем... очень большой риск потерять наши пастбища. Что происходит сейчас? Люди, имея какие-то средства, пытаются вложить их, как правило, в недвижимость, либо в машины. Вы посмотрите, ведь Якубович задавал вопрос, маленькая, бедная, среднеазиатская страна, в которой автомобилей больше, чем жителей. Мы сейчас пришли, никто не угадал, Кыргызстан. Вы понимаете, что у нас сейчас, по данным наших учетов статистических, автомобилей 7 миллионов на 5 миллионов жителей. И это с учетом всех новорожденных, всех стариков. Это о чем мы говорим? Вы понимаете, вот они все в городе. Люди, приезжая в город, думают, что они получают здесь более качественное жилье. На самом деле нет. Вот исходя из предыдущей презентации, вы слышали, что кушаем, что попало, пьем, что попало. И есть такие примеры. Я очень часто выезжаю, как у меня муж шутил все время на эту тему, бабушка по вызову. У кого-то девушки по вызову, у кого-то бабушки. Кто позвал, туда поехали. Но мы даем заключение о состоянии пастбищных участков, которые передаются... под освоение. Что такое освоение? Вы, наверное, каждый знаете. Это тот легитимный, законный способ получить кусочек земли, кроме своего улюша, для того, чтобы иметь в собственности землю. Получая эту землю, мы должны ей дать, оплатить государству возмещение сельскохозяйственных потерь от изъятия земли под несельскохозяйственные нужды. Для этого нужно перевести травостои в стоимостное выражение и отдать государству, если вы ее забираете. Вы, может быть, сами все знаете, как много у нас сейчас карьеров, как много у нас сейчас разработок под какие-то глинистые эти природные материалы, чтобы сделать кирпич, строят массу заводов. Мы теряем пастбища уже больше, 200 тысяч гектар у нас выведены из использования сельскохозяйственного. Я говорю вам, я понимаю, что вы все жители городские, вас, может быть, это не совсем интересует, но это то богатство, которое мы имеем и которое нужно сохранить. Вы сейчас молоды, вы сейчас не задумываетесь об этом, но если мы потеряем эти пастбищные территории, мы потеряем свою самость, мы потеряем свои традиции, мы потеряем... Ведь вы посмотрите, то молоко, которое доит, у нас сейчас в деревнях нет килина, не на ком жениться. Я вам это говорю вполне серьезно. Приезжаю, женщина, она моложе меня, у нее двое сыновей, одному 28, другому 30 лет, они доят кобылиц. А где твои килинки? Нет килинок. Она говорит, а некого брать, девчонки кончают школу. Юбчонки свои подтянули, волосенки обстригли и умчались все в город. Они думают, что здесь всех ждут на белых мерседесах, на белых конях и дожидаются каждой своего счастья. На самом деле, ведь жизнь свою нужно налаживать там, на местах. Нужно создавать. Я знаю много таких семей. Это все мои фотографии, хвалюсь. Я знаю много таких семей, которые... Ну, они имеют дома,
в селах, имеют здесь квартиры, но свои дома в селах они улучшили до такого состояния, что там есть и стиральные машины, автоматы, и воду качают из этих, ведь наша вода уникальная вода во всем, вот мне кажется, из любого рыка пей, и не получишь никаких себе ни заболеваний, ничего, потому что это то богатство, которым мы располагаем. Теперь мне бы хотелось, вот, пожалуйста, фотография. Это то, что это разработка на Сусамыре, добывают золото. Вы знаете, вот эту воду, отстой, это течет в село Кайсар. Вот такую воду пьют. Я хочу донести до вас идею, что будьте бдительны к своей земле. Не позволяйте растрачивать все это просто так, богатство. Мы ради сиюминутной выгоды, ради продажи вот, этих, вот этого золота, которое опять же к нам не попадает, Бог знает, куда оно уходит, мы портим свою землю. Вы знаете, есть у нас такие фермеры, у которых по 100 кобылиц, по 400 кобылиц. Когда у нас руководители проекта увидели это, говорят, не может быть, это не какие-то групповые. Нет, это наши люди, это наши, имеют богатство. Но при этом богатстве нужно уметь распорядиться им так, чтобы вы могли оставить землю в том состоянии, в котором ее сейчас получили. Простите, наверное, все у меня. Вот. Это деградационные процессы.